Доброе утро. Вот такой вот вид, когда мы проснулись, у нас перед глазами. Обалденный. Потому что номер на самом деле только из-за вида, походу, такой ценный. А так вообще он, конечно, не айс. Но мы об этом даже не думаем. Это просто... Ну, там вот вход, одна кровать, вторая кровать и двухспальная кровать. Поэтому, короче, у нас тут такой порядок. Ну, это ж только переночевать, да? И сейчас опять пойдем на лыжах кататься. На санках. А главное, вид из окна. Я с папой. На таблетках хочу, а ты на лыжах? Да, я на лыжах. А я с папой поеду. У меня 10 ходов. Как там... На ватрушках? Да, на ватрушках. Это... Вот вид из окна. Вот мы лежим и любуемся. У тебя танки разваливаются? Так, собрали мы вещички. Скупи. Скупи, папа. Так, пошли, папуля, а то дети тут зажарятся. Они уже ж одеты вообще в теплых штанах. Обзор номера. Дверь. Еще одна дверь. Дверь. Там ванная. Сейчас я пойду. Полная сумка у нас. Туалет. Ага, влажные салфетки мы забыли. И душевая кабинка, конечно, супер мизерная, просто супер. Подожди, но нормально. Для одной ночи пойдет. Унитаз, кровать. А ну-ка, отойди, пап. Ну что, там в гостиницах вообще на этаже все. Ну, там, да, в эконом-номере, поэтому... Все, что было свободно, в общем, мы нашли. Одна кровать, вторая кровать, и здесь двухспальная кровать. Зато вид из окна супер, да, когда просыпаешься? Да. Даже ну, шторку... Да, я же показывала уже, мы просто даже шторку сдернули, чтобы любоваться этим видом. А из нашего окна белая сопка видна. В общем, вот так вот, 4000. Это, конечно, супер неэкономичный вариант, но... Учитывая, что мы не бронировали, это если мы в следующий раз будем да, ехать, то мы то бронировать обязательно, потому что когда я неделю назад смотрела на букинге, то можно было на Вархызе 2500 вот на пятерых снять номер. Но на выходных тут народу очень много. Поэтому как-то. Может, так. Что-то добавить. Сюда ей даже будем звонить. Так, ну как, красота. Потому что, ну. Такая природа, ой, красивая. Вот флаг. Ну сейчас его вот он же флаг. Он чем-то на кубанский похож. Да. Ну нет, это не кубанский. Из-за гор солнце получается. Угу. Ух ты, какая! Вот мы едем в этот романтик. Софийские ледники, туда нам сказали, надо весной ехать, да? Там водопады будут софийские и на экскурсия весенняя. Да, вот летом здесь как раз... И вот это как раз поворот, да, на Софийские эти. Но все сейчас там в снегу, там только ну, на джипингах, да. На Цитрейне туда не поедешь. Там снега много, около 70 сантиметров здесь сказали снега. Идем завтракать. Что? Коньки там, они в машине. Да, ключи у меня. Наш завтрак. У меня куриная отбивная, кофе. У папы рис с мясом. А дети пюре с сосисками. Да? Ты вот это уже не ходишь? Тогда ешь. Да. Просто ни на что не намекаю. Просто у Гриши день рождения, но мы едим тортики сами, да? Поня на ватрушке сейчас будет кататься. Стой, сейчас я тебя сфотографирую. Подожди, котик, не едь. Моя маленькая Ляля, как на саночках едет. Сиди, сейчас мы еще не доехали. Все удобно? Поня теперь сам забирается. Иди, Афонечка. Афонечка, подожди, ты вот, Афонь, ну куда? Сядь прям, как тебе удобно, и приготовься. Сейчас девочки.
Не, все по очереди, сынок. Мы подай, куда ты вот толкаешься? Ты видишь, еще девочка будет ехать. Надо посмотреть, чтобы она ушла, хорошо? Давай, сядь хорошо. Поехал, держись. Держись. Давай, возьмись руками. Садись. Уходи. Не держать тебя. Ты что, сам будешь? А что ты поднялась? Фофа. Ох. Фофа, куда собрался? Фофа, все, ты сам, держись. Афоня. Варюш, наша очередь. Вот теперь Афоня на средство передвижения. Папа наш идет пешком. А Антоха где поехал? Поехали! А, ну, такие же штучки. Пошел еще? Или нет? Че? Не знаю. Устал? Может, пойти чуть на тюбинге покататься? Лыжи здесь оставь. А они им плохо забирают. Она что-то бешеная вот эта сейчас гонит. Нет, она вот это ничего. Ну, тоже скользковато забирает. Ну, Афоня сам заходил, я его чисто наверху ждала. Ну, сейчас я вам покажу. Лучше отойдите, пожалуйста. Риш, не надо на это, Риш. Ты сюда едешь. Толик, ты вчера видел этого, не надо. Ты лучше с передышками зайди окно вверх, и оттуда ты снимешь. Дети сразу на ватрушках. Перерыв катания на ватрушках. Автоматическое, да? Папа у нас носит все оборудование. Антошкины лыжи, Афонину ватрушку. Ну как ну, тебе? Антош, еще заход. Или на ватрушке пойдешь? А он в этой обуви не пойдет, там сколько забираться. Я же взяла с собой коньки, а теперь тут катаюсь на катке. Уже забыла вообще, как это делается. Это круто! Кто сюда приехал? Ну-ка, встань, тебя сейчас сфоткаю. Да? Ну сейчас еще чуть-чуть и приду. Да? Да. Я на катке.
сказала. Ну как? Сегодня ноги не болят? А ну стой тут, сейчас я тебя здесь на фоне вершин сфоткаю. Папа, а Афоня что там, спит? Афоня, он уже задремал. Да. А он сам большой закатал. Ты его что, сажал или ты его только ловил? Да, это вот сажали Гришка, Антошка. Все а мальчики. Они сейчас хорошо потаяло, они даже не доезжают. Ну да. Пошло видео. Тебе как, когда ты падаешь, снимать или да. нет? Ну давай. Так ты не держи, что ж ты, ё-моё, уже второй день катаешься и никак. Один. Один. Мама пошла. Сейчас будет тройной тулуп с переворотом. Дама в это с розочками, помаши. Во. Ну как? Тормозить еще надо научиться. Ну ничего, знаешь, я уже от бортика оторвалась. Это я уже с какой? Второй, наверное, час, да? Да, не знаю. Ну отдохнула. Не, отдохнула. А я вон это, вот у нас еще один отдыхающий, один готовый, другой с лыж не можем снять. Все, пока, мам. Ну как снег? Сладкий. Холодный? А ничего, что там желтизна есть в снеге, ничего? Что ты врешь? Ну что, мороженое? Это чтобы вернуться? Нет, для того, чтобы еще 2 недели в школу не ходить. А-а-а. Сегодня прям телефоны. Куда они? Ну сюда же, Павлович. Ты не обутый, так что можешь... Я такой... Так, мы обедаем. Антоша борщ, сосиски, пюре, компот, в Афоне люля и хинкали. Это нам все вышло на 900 рублей. Все, пока, Архыз. Пока, Архыз. Пока! Нет, я пойду! Я с артистом никуда не уйду. Да? Дайте ключи от номера. Ну что, папуля, поехали. Сколько там нам навигатор сказал? 415 километров. Как будто в 9 вечера будем дома, да? Ну вот, он так и пишет. Где-то в 8:30 будем. 20:45. Где-то 20 минут мы догоняем. На... По скорости, да? Да, и все. Я вот и сюда ехал, мерил, что сильно мы не... Ну, вот примерно, да, как он пишет, что в 20:45. Да. Пока, Архыз. Завтра я не иду Романтик, в садик. Пока. А что ты не идешь в садик? Нет, мы же справку не взяли. Нет, я думаю, что пусть у него на теле вымоется. И тогда он пойдет. Красота. Пока. Вообще погоду мы попали, вообще бомбовскую. То есть и не мороз. Вот вечером был мороз, да, как-то сильно не поэт. Да, да, быстро замерзаешь. Хотя настроение все равно такое, да, хорошее. А днем вот плюс 15. Вот и нагрелось. На солнце, сейчас, ну да, да. Но все равно градусов 10, наверное, есть. Ну, оно все равно... Я вот расстегнулся холодновато расстегнутым. Все, до новых встреч, Архыз. Так вот мы в сам поселок въехали, и вот как мы понимаем, вот с этой стороны, да? Ну, на вот Архыз. Это вот Архыз, вот это сам завод. Минеральной воды. Причем
женщина говорит, вы пейте воду с крана, там прям вот это та же, что и в бутылке разливают. То есть как вот тут люди могут с крана разливать минеральную воду. Вот это сам поселок. Кататься нужно ехать дальше, получается. 7 километров, там 10, да, где-то? Вот. А вот в самом поселке жить... Да, да, да. Ну, жить, да. Если что, то в самом поселке. Ну, тоже тут, конечно, да? Вот это нам гора виднелась с утра. Сейчас Женя пошел еще веник, хочет дедушке Лёше купить. Пахнет. Да, да. Что вот это, кто знает? Это... Радиотелескоп. Радиотелескоп? В общем, мы почитаем. Это в станице он Зеленчукской, да? Да. Почитаем, что это такое. Тоже вид, да, какой? Козлы вот. Да, да, да. В станице вот в 8:10 сейчас будем сигналить родне, чтобы она к нам приехала. Один, пап, надо делать бип-бип. Это так же, чтобы же она услышала. И кто-то там телек у них смотрит, да? Это девушка Лёша. Давай, заходи. Загадай желание. Раз. Только так, чтобы денег хватило. Два. А, ну тогда айфоне сейчас. А, ну так. Айфоне! О, вот это красиво! Ура! Давайте все. Подождите. Сейчас я Сережа вам... Это ж ты. Ну, нет, это Афоня. Подождите. Раз. Так. Раз, вместе. Раз, два, три.
Гриша! Давай, я возьму. Ниже, опускай голову. Ну мы уже одели.